ситуации есть, да, после сходных прилетов, она как-то соответственно снижается. Ну, плюс, может, там есть перекат, или здесь, он машина приехал разбудать. Их контракт закончен. Поедут домой через неделю. Надо готовиться к отправке. Это домой. Новый год все работают. Евгений Викторович, а кто здесь лежит? Здесь бойцы ЧВК Вагнера, которые погибли на фронте. Которых с уважением сейчас отвезут, положат в цинки и повезут домой. Которые погибли героически. Перед кассой, да? Да, справа только. Это, ну, это не первая машина, да. Да. В постоянном режиме вот так вот стреляют. Ну что, парни, счастливо, с Новым годом, да? Какие?